Гриблевич поднялся бы на синюю линию. Рикошет, ну и на пустой угол уже вылетело. Остается этого сделать. Ответ Солигарчан, Салагин. Ближний угол. Забрасывает. Все-таки не сразу, я даже понял. Брасывание за Сосёром. Бросок, гол. Гол, и это Гет-трик. Остается за гостями. Липский находит Денисевича. Тот дальше, бросок, гол. Все очень просто. Подбор с Шустером. Шалагин. Момент. Шалагин. 2-2. Ровно за 6 минут до окончания основного времени матча. Шоу завершает Валерий Тривенко. Шалагин назад на Несевича. Но снова Шалагина. Бросок поворотом. И 1-0 счет становится. Вот он, Михаил Шалагин. Рядом со стойкой. 20 секунд. Бросок еще один. И паутинку снимает Михаил Шалагин. Какой же у него бросок. Продолжает Шахтер атаковать. Наседает Шалагин. А Шалагин забрасывает. По пути полета шайба оказался и заблокировал бросок. Поранинах, какая ошибка-то! И даже не ошибка, а просто невезение от личан. И что, Шалагин? Единственного полоцкого химика первым принципом получилось сделать пас еще один Шалагина. Опасный момент, Шалагин! 1-1. Еще одна потеря. Момент у Солигорска. Шалагин! 4-2. Михаил Шалагин. Дубль. Шахтер расположился в зоне. Шалагин. Наброс на ворота. Шайба в воротах. 1-0. Шалагин паузу выдерживает. Как же хорош Шалагин! Что вытворяет Михаил? Боже мой! И очередная шайба для 88-го номера Солигорска. Хороший бросок. Вот он. Очень здорово получилось. Шалагин! Как он с такого угла это Шалагин сделал? Шалагин. Все, как бросает Шалагин. Классно. Герон даже иногда не удавался. Шалагин все делает идеально. Так, ну, Шалагин нужно забрасывать во вставке. А он великолепно переигрывает. Шатайло и делает счет 4-0. Михаил Шалагин. Черная атака. И 2 в 1 убегают. И делают счет 3-0. Ну и отстают Минского Динамо. Шайбу держит Сезонович. И Шалагин. Носок Шалагина. О-о-о-о. Мавринский получил 2 минуты штрафа. Шахтер в большинстве позже к сообщениям в чат вернется. Сейчас больше на хоккей смотрим, потому что есть на что смотреть. 1-2. И это Михаил Шалагин. Первое впечатление, а сразу развели руки в сторону. Но... Ой-ой-ой-ой!
А вот теперь маэстро Шалагин. Но Гомель уже где-то в раздевалке был, скорее всего. Беренич отдает передачу в центр. Здесь хорошая передача на правый фланг. И Шалагин делает счет 3-0. Вот только совсем недавно мы упоминали о том, что Михаил Шалагин совершенно не заметен. Невозможно, не успел адаптироваться. Не успел, наверное, привыкнуть к требованиям Чуприса. Проход Шалагина. Это опасно. И 2-0. Забрасывает Шалагин, разбирается просто прекрасно нападающий солигорского Шахтера. Нередко просто такое происходит, да и не часто. Еще момент, 4-0. 4-0 в пользу солигорского Шахтера, вот на удаление Сапко. Один. Посещает Денисевича, Шалагин, его атаки. Забрасывает Шалагин, 1-0, солигорский Шахтер выходит вперед. Команда играет довольно дисциплинированно, и это на самом деле очень-очень здорово, поэтому вот такое начало этого периода, Михаил Шалагин! Еще момент, и это 6-0, а Михаил Шалагин, что он делает? У нас уже 6 сотен, представьте себе, в трансляции. Есть перевод через центр, игроки Шахтера атакуют, парни Шахтера, и еще 2-5. Пространство на синюю. Здорово шайба гуляет у Горняков. С кистей бросок, шайба в воротах. 2-1. Доренко начал обыгрывать на синей линии. Андрющенко его обокрал. Бежал Андрющенко вперед, но страхует Доренко его партнер. И хорошая передача на Шалагина. Шалагин без броска забивает. Шалагин, он и так умеет. Этот парень умеет даже так. Нужно провести 59 секунд Локомотиву. Андрющенко. Зартовик Раптайма! Пас от Шалагина, это 4-3! Вот это да! Вот это рассветка! А существует поражение, 3 поражения в овертайме, 1 поражение, 4 точнее, да, поражение за Кулитов, 35 баллов по активе Локомотива, и вот она атака, которая увенчалась успехом. Заброшенная шайба не будет. Шалагин вновь пытается найти продолжение. Бросил Шалагин и забрасывает Михаил шайбу. Шайбу Шахтера Андрющенко. Теперь с ней просто вперед. Побыстрее на Еркина. Там Шалагин на пятаке. Ай, Еркину. А вот отдает Еркин и забрасывает Шалагин. 2-0. Михаил Шалагин. Он показывает на Еркина, потому что сыграл Еркин просто изумительно. Были там немножечко группы от Витебска и подоторвались. И, в принципе, скорее всего, могут выйти с первого места. Плей-офф, пока Андрющенко шайбу передача на дальнюю бросок. И это 1-1, это Михаил Шалагин. Становится еще на один шаг ближе к рекорду Андрея Степанова. Но вот здесь еще бросок получился у Михаила. Было бы вообще интересно, чем закончилось. Все, тут шайба оказывается все-таки в сетке. И это Шалагин, это дубль Михаила.
гостей. Андрющенко, Денисевич, Шалагин бросает. И это хитрик Шалагина. 4-2. Михаил, что вытворяет? И всего лишь 5 очков остается до рекорда экстралиги. Его по синей линии, снова Шалагину, но под того подкатываться будут, бросает и забивает Шалагин! Слишком прошла, дальше уже сохранится в парке надолго, вот передача под лавку и выходит Шалагин! Шалагин бросает, забивает Шалагин! 2 очка до рекорда и 1 шайба до рекорда! Шалагин! Есть рекорд! Михаил Шалагин! Не так много времени на реализацию 5-3. Шалагин! Бросок Шалагин! Прощение! 22-го и 32-го момент, где шайба! Шалагин, вновь Андрющенко за воротами. Позиционная атака от гостей прямо сейчас. И Шалагин бросает, забивает Михаил Шалагин свою очередную шайбу. Шалагин бросает, Шалагин в ближний попадает, Михаил Шалагин 3-1, но вот много не нужно этому хоккеисту. Сейчас Шалагин зарядил, передача на синюю, Денисевич, игла, Шалагин! Это все-таки его попадание. Шайбу, но Шалагин! Ай, красиво! Ай, как надо! И как он исполнил! Михаил Шалагин!